краской под дерево. Это фасадные листы. Это покраска под травертин, под камень. Производим черепицу там тоже. План развития тоже здесь. Покрасочную линию будем ставить, дальше развиваться. Здесь вот это все... Да, все этот ассортимент здесь тоже мы будем развивать. Здесь есть в Баткенской области очень хорошее месторождение. Если вот подгадаем, найдем хорошее месторождение, вот на Кулатовке, да, и Лукмету да, тоже есть. Если договоримся, все нормально будет, мы можем дальше на развитие ставить производство гипсокартона. Если придем к соглашению, то мы этот проект можем развить. Ваш проект просто нужно посмотреть сейчас, который вот у вас, говорите, готов. То есть объем инвестиций по финансированию. Ну, давайте тогда еще с Крымско-российским фондом переговорим, чтобы увеличить линию. Да. Вот, как раз... На следующий год мы можем запустить.